Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політеки. Мій сьогоднішній співрозмовник – це політичний експерт Михайло Чаплига. Скайпом спілкуємося. Пане Михайло, доброго вам здоров'я. Доброго здоров'я вам. От, зокрема, про здоров'я будемо говорити на початку нашої розмови. У Київській міській державній адміністрації наступного тижня мають оприлюднити електронну форму подання заявок на отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну. За словами глави Держспоживслужби Олега Рубана, в Києві вже 3 тижні ведеться підготовка до суворого режиму карантину, який можуть вести при гіршому сценарії карантину. І, зокрема, народний депутат України з фракції «Слуга народу» Олександр Качура сказав про те, що карантин, локдаун можуть ввести не скрізь, не всією Україною, тобто це не загальнонаціональний, а такий локальний, наприкінці серпня, на початку вересня. Скажіть, будь ласка, тобто нас уже так психологічно накачують, що локдауну бути і його не уникнути. Питання для чого? Скажите, пожалуйста, зачем вы пугали Зеленского этим тарифными майданами, протестами по земле, безработицей, пенсиями и всем остальным? Вы чем сильнее Зеленского пугаете, тем точнее у него дата локдауна. Ну вы что, разве этого не понимаете или что? То есть это, знаете, была табличка в зоопарке? Полбетонный, страусов не пугать. Ну вот, вот зачем вы его пугаете? То Аваков ему какую-то картинку покажет, сразу у Зеленского четкая дата 15 сентября. То там это, ОПЗЖ выйдет со своими тарифами, скажет, уточняет уже даже время, во сколько введут локдаун. То это, Тимошенко выйдет, скажет, мы тебе сейчас по земле Кузькину мать покажем. У этого сразу до секунды четко понятно, когда локдаун вводить. Там то еще кто-то выйдет. Как только, блин, у него критическая масса, он сразу ясно понимает, что нужно срочно локдаун. Причем можно не везде, можно только на Печерске. Но на Печерске отдельно нельзя, поэтому только в Киеве. Ну, а где ему еще свою эту окапывать? В Киеве. Вот. И чтобы этот Кличко не дергался, надо еще разделить КМДА и мэра. Ой, такой воровитый этот мэр у вас попался. У всех везде святые, а у вас такой вот попался воровитый. Срочно нужно разделить КМДА, чтобы взять под контроль. Знаете, как при Януковиче, когда с елкой что-то пошло не так, срочно разделили и поставили своего. Вот один в один. Янукович 2 называется. Вот точно так же у Зеленского. Значит, КМДА отделить и поставить под контроль банковый, локдаун срочно всем вести, а чтобы не вякали, дать всем по 8 тысяч. Усим по 8 тысяч. Пане Михайло, ну дивіться, дивіться, яка ж історія може бути з локдауном. Закриють кафе, закриють ресторани, бари, клуби, театри, кінотеатри. Ну що людям робити? Йти мітингувати, йти протестувати. Чим ще себе зайняти? Ну, конечно, сейчас придут вони протестовать, митинговать, будут по домам сидеть тихенько, блин, и в тряпочку сопеть. Ну, уже ж проходило это все. Ага, коли платіжки надійдуть, всі тихенько будуть сидіти. Ага. Конечно, повірте, все буде спокійно, максимум вони не заплатять. Так от по платіжкам, ну, давайте тоді пройдемося по ряду нюансів. После того, как МВФ пообещал целых 3 миллиарда, подчеркиваю, миллиарда СДР, но это не деньги, СДР это обязательство, ну, то есть, грубо говоря, там, ну, такая бумажка, расписка, да, вот, пообещал 3 миллиарда. Это означает, что 3 миллиарда гривен Зеленский из бюджета может взять себе в карман и использовать их как хочет. На эти 3 миллиарда гривен они нафиг закроют вообще эти ФОПы, блин, и всех их наемных. Кто будет вякать, по 8 тысяч дадут. Немало, по 10 дадут. Еще мало, по 12. Но это же лично Зеленский попросит. 12 каждому, чтобы сидели тихонько. И будут, как зайчики, сидеть тихонько, радоваться жизни, что не надо никуда ходить, можно плевать в потолок и получать там по 8-10 тысяч. Это же гениально, правда? Вот. Пенсии чуть-чуть, ну, не то, чтобы подымут, но одноразово, можно даже дворазово докинуть там по пару тысяч. Тарифы? Ну, конечно, тариф по 20 уже, да. Какие 8 они говорили. Но выйдет Зеленский, скажет, тариф по 5. Помните? Доллар по 5. Вот будет Зеленский, тариф по 5. А разницу между по 5 и по 20 закроет кабинет министров. То есть с правого кармана, это где у вас наличка, они брать не будут. Ну, чтобы народ не дрочить, мало того, расскажут, что это даже дешевле. Вот сколько там? 8? Да, будет 8. А разницу между тем, что вам пообещает Зеленский и баблом, которое захочет вся эта компрадорская братья из Нафтогаза и так далее, покроют из бюджета. Ну, 3 ж миллиарда евро дали, то есть умножьте, это почти 100 миллиардов гривен.
Вот они их и смоют, эти 100 миллиардов гривен, отдадут. Кто в это? Великое крадевництво, значит, там закатают, пыль еще в глаза пустят, какой великий Зеленский, у всех плохо, а у нас фасады чинят. Вот, это, по пенсии там по одному, по два раза дадут, там по 500 гривен. Все давали по 17 гривен, Зеленский по 500. Ну, будет там в сумме 1000 Зеленского. Что там, вам на работу надо ходить каждый день? Несчастный там эти 10 тысяч там зарабатывать? Сиди дома, на тебе 10 тысяч. О, великий благодетель Зеленский. Что, ФОПы закрылись? Да, вы еще позавчера закрыли. А будете вякать, еще мы там проверим, нормально ли вы налоги платите. Там сейчас пошлость пошла, выжимают уже последние из них. Вот вам и все, великолепно. Смотрите, Нафтогаз довольный, выставил цену 20, разницу компенсировал Кабмин. Ну, то есть из наших денег отдал Кабмин. Ну, в чем же? Мы же не заплатили. О, великий Зеленский. ФОПы позакрывали локдаун. Ну, прекрасно, но нам же по 10 тысяч дали. Дали. Сидим тихонько, вякаем в тряпочку. Пане Михайло, що, роботи нету. Знаєте, ще ніхто президента України Володимира Зеленського так часто не називали великим, але розумію, що це іронія і сарказм, і все, що хочете. Пане Михайло, а от щодо локдауну, дивіться, але ж є у нас частина людей, які погодилися встановити над собою експеримент, погодилися зробити собі щеплення. І що? Їм також закритися? Ну, вони ж мають певний захист. Ну, це ж медичні показники в першу чергу. Слушайте, это большой, великий передел мира. Ну, давайте так, я не антивакцинатор, поэтому сразу скажу, никого ни к чему не призываю. Лично я собираюсь на днях сделать себе коронавак. Это китайская, единственное, кому я доверяю, это старая советская технология из этих инактивированных вакцин. Толку не знаю, много или мало, но, по крайней мере, это даст возможность бесплатно вернуться из Турции, если даже одну дозу сделать, бесплатно с Турции вернуться в Украину. И вас, как людину, яка зробила щеплення, також мають закрити? Вдома? Ну, куда они під час локдауну? Давайте так, давайте, куда они меня закроют? В рестораны я не хожу, ночные клубы тоже. Супермаркеты они не закроют, потому что там зарабатывается основное бабло для тех, кто оплачивает царство Зеленского. Поэтому все будет нормально. Все эпицентры, метро, там, ШМТБ, МТБ, все это будет работать отлично. А мне больше, в принципе, не надо. Вот. С другой стороны, позитив. Нету всей этой лазилки по улицам. Хотя бы дети будут делом заниматься, может, меньше в том интернете сидеть будут, может, что учить начнут. То есть лично я в этом, честно говоря, доволен. Это вопросов нет. В локдауне вы особисто бачите больше плюсов, ніж минусов. Лично для себя, да. Но, с другой стороны, я четко понимаю, что всякий, голосовавший за Зеленского, должен эту чашу испить до конца. Вот я лично хочу проследить за тем, чтобы каждый глоточек и ни одна капля этой чаши не миновала каждого, кто за него проголосовал. Так для того, вы эту чашу також будете пить, оскільки голосовали за Зеленского, ибо больше того, публично закликали громадськість голосовать за него. Конечно, после того, как в первом туре все отдали, так сказать, уже понятно было, там, либо Порошенко, либо Зеленский, то уж точно не за Порошенко, тут вариантов нет. Вот, но я же четко рассказал тогда анекдот про ворону, да, которая там сидит на борту самолета, раскручивает, звери начинают ей помогать, раскручивает самолет, он падает, звери спрашивают у вороны, что делать, на что ворона спрашивает, а вы что, летать не умеете? Вот, я же четко всех предупредил еще в феврале месяце тогда, мне было совесть чистая. Вот, касательно локдауна. Я четко понимаю, что все эти вакцинации и так далее. Ляшко что вышел? Сказал, что мы тут всех до 1 сентября, сколько он там, чуть ли не миллиарды людей называл, кого он вакцинирует. Но если он миллиарды назвал вакцинировать, то понятно, при чем тут локдаун, откуда он вообще может взяться. Вот. Но никого этот когнитивный диссонанс не интересует. Мы четко понимаем, что бабки уже заплачены за эти вакцины, их надо куда-то деть. То есть либо взять деньги за утилизацию, либо их кому-то куда-то вколоть. И по барабану кому и куда. Вот. И никакой корреляции между локдауном и этой вирусной ситуации в Украине нет. По одной простой причине, что мы с вами несколько раз в эфире давно, год назад, полгода назад, мы разбирали ситуацию о том, что статистики по этому всему у нас в принципе не существует. Вы можете ее взять с потолка, нарисовать, и вы ничем не будете отличаться от некого господина Ляшка, позиционирующего себя министром здравоохранения. Собственно говоря, никакой разницы в этом нет. Соответственно, можете рисовать себе любую статистику, какую вы хотите, и обосновывать все, что вы хотите, никто вам ничего не скажет. Вот, поэтому можете делать все, что хотите. И мы понимаем, что в этой ситуации локдаун является исключительно политическим решением, которое продиктовано тем, что на осень ходят всякие недовольные и обещают Зеленскому импичмент. Чем сильнее они ему его обещают, и чем яснее Зеленский понимает, что он не рукопожат во всем мире, его сливают, и точно так же и в Украине, что внутреннее, что внешнее, тем яснее товарищ Зеленский понимает необходимость локдауна хотя бы в отдельно взятом Киеве вместе с разделением КНДА и мэра. Вот, собственно говоря, вся картина. То есть, как бы, тут, причем тут вирус вообще?
Ну так, вірус тут ні до чого. Особливо, коли у нас люди заходять в будівлю Кабінету міністрів з гранатою і кажуть, зараз ми все тут підірвемо, є відео, давайте подивимось. Убивайте людей! Убивайте людей! Пистолетный дом, я отпущу чеку, вот чека! Я за дом, пожалуйста! Ты стой здесь! Иди сюда! Убивайте людей, стой! Убивайте людей! Как вы мужчина, заспокойтесь, пожалуйста! Ребята, все вот это успокойтесь, все проблемы можно вырешить мирным шляхом! Я уберите людей с пола! Граната боевая! Если не понимаешь, НГО! Все, НГО! Заспокойтесь. Да как вы за***ли уже все, вы ж не на***, не реагируете. Чоловік каже, як ви нас усіх вже дістали? До речі, Ігор Клименко заявив, що дійсно у нього була бойова граната, яка могла нанести шкоду людям і державній будівлі. Граната РГН. І кажуть, що це колишній ветеран антитерористичної операції. Ну, з ним можна погодитись в контексті того, що ну, багато чого вже дістало в цій країні. І багато кого. Вы знаете, достал, можно я скажу его словами, вы там запикайте, гребаный цирк, вот что достало, понимаете? Вот его достала власть, а меня достал гребаный цирк, понимаете? Мне очень жалко Станиславского. Вот представьте, как Станиславский крутится в гробу, наблюдая вот это вот все происходящее там в этом камине. Как мне его жалко. И вот это дешевое шапито 95, квартала 95, понимаете, вы мне скажите, пожалуйста, а помните этот автобус в Луцке? Ну, слушайте, ну, я там смеялся. Говорил, что Станиславский плачет, когда смотрит на это шапито, блин, с луцким автобусом. Фильм «Земляне» ну, смотреть всем, да? Угу. Да, историю да. Нагадаем, вы мне скажите, когда президент Зеленский. А Станиславский что должен делать, глядя за тем, что происходило в холле Кабмина? Вы мне объясните, пожалуйста, каким образом граната может повлиять на решение Кабинета министров? Можете мне это объяснить? Ну, или на справедливость? Ну, кто-нибудь это понимает? Скажите, пожалуйста, вот то, что я увидел на кадрах, как это вообще могло происходить? Представьте себе, что вы живете в Сан-Марино. Это маленькое-маленькое государство. Там даже есть один перекресток со светофором. Сан-Марино. Я уже молчу про Украину. Не надо про Украину. Заходит человек с боевой гранатой. Рядом стоят товарищи с бумажками, беседуют. То есть они понимают, что она может взорваться, если они реально это понимают. И они от него не отходят. Они с ним беседуют. Вот так стоят с бумажкой, беседуют. То один там вышел посмотреть, то второй селфи делает, третий с телефоном бегает. Скажите, пожалуйста, если вы зашли в магазин и стоите в очереди, и вдруг какой-то Вася говорит, что у него боевая граната в этой очереди. Ваши действия. Скажите, вот какие будут ваши личные действия? Ну, напевно, что все будут текать, я в том числе. Да ладно, вы разве не наденете маску, не подойдете, не начнете хлопать по плечу, говорить о том, что брат, ну неправильно, тут же ж это, охрана отмена, что там еще надо? Слушайте, ну тут рішення треба приймати просто, ну, упродовж однієї секунди, що робити. Ну, тут складно я сказати, знаю, що должно як, бути, як буду діяти я, ви в цій ситуації. Просто, коли ми дивилися це відео тут з, ну, в колективі, то знаєте, що мене здивувало? Він каже одній жіночці, дамі, яка працює в будинку уряді, каже, у мене в руках граната, не заходіть, я зараз все нафіг тут взорву. А вона каже, а мені на роботу. Так вона абсолютно права, вона що, не розуміє, що це, извините, грьобаний цирк? Это гребаный цирк, вот что она не понимает этого. Ну, Зеленский еще не зателефонував. Так я спрашиваю, значит так, Чаус в трусах был или нет? Если не было Чауса в трусах, то извините, это, ну, мягко говоря, несерьезно. У вас статуэтки Феллини нету где-нибудь? Не, ну, немає. Нету? Mm-hmm. Ну, хорошо, ладно, подарили бы. И знаете, я считаю, сценарий был неполный. Значит, надо было, ну, то, что они выбирают человека, который, по сути, будет неосудным, или, по крайней мере, его не осудят. У него две контузии, поэтому, знаете, можете выйти на рынок и сказать, у кого есть справка, контузии, там, что-то еще, сколько, нанимаем. Значит, надо взять гранату и изобразить там действие, да, то есть, что мы, вчера родились или что, все понимаем, да. Людей, работы нету, то есть, ну, терять тоже, собственно говоря, нечего, все понятно, да. Вот, вперед. Вы видели кадры, когда этот товарищ выходил из Кабмина, видели их? Когда двое товарищей приходят, обнимают его, хлопают по плечу, говорят, да ладно, ну что ты горячишься, все отлично, садимся в машину. Вы про это видео? Да, чуть там дальше это будет. Давайте наши глядачи его подивляться, а вы прокомментуете. Так, ну бачимо, виводять его, потому что зараз я это видео також вперше бачу. Там дальше будет.
Двое совершенно... Вот, смотри, смотрим внимательно, вот сейчас самое интересное начнется. Здорово, дружище! Об'яття! Ну, все класно, да, давай, пошли, пошли. Все цікаво, отлично. Що це за мужчина в білій сорочці, який... Ну, типа, побратим, там, все нормально. Піймав. Скажите, пожалуйста, что происходит с террористом? Неважно, будь ты хоть самым главным патриотом в этой стране. Что происходит с террористом? Ну, террористів найчастіше ліквідовують. Сразу, правильно? Ну, ясно. А що говорили? У нас, до речі, з попередніми, пам'ятаєте, оцими псевдотерактами, які відбувалися в Україні минулого літа? А що їм случиться? Ну, нічого з ним не зробиш. Мінерами мостів, так. Той терорист, який захоплював автобус, тримав заручників, якому Зеленський телефонував і казав, фільм «Землянський», «Землянський», кажу, фільм «Земляні» смотреть всім. Було ж? Фільм «Земляні» ми обов'язково в кінці. Це мені вже посоветували в коментах, що я їм написав сценарій. Я їм сказав, що ви знаєте, сценарій плохой. Не було «Інвестняні». Тому що такий чоловік должен заходити вместе з «Інвестняні» в короткій юбці без трусов. Значить, тут же немедленно в здание должны вриваться руководители СБУ. Причем они должны прорываться через кордон НАБУ, которая хочет привлечь уважаемого товарища, привлечь к суду. Значит, СБУ прорывается через кордон НАБУ, значит, врывается внутрь, а там инвестняня, значит, стоит тоже вместе с вот этим товарищем в мини-юбке без трусов. СБУ сообщает инвестняне о том, что это ее папа, о котором она не знала. Она хватает гранату из его рук, значит, выхватывает и бросает ее на пол. В этот момент пугается сытник, значит, из которого из ширинки вываливается выписка из реестра о том, что он коррупционер. Значит, в этот момент торжествует, гранату передают начальнику УДО действующему, это Управление Державной Охраны. Кто не знает, это бывший начальник ТИРа, он теперь при Зеленском руководит УДО целым. Она ему передает гранату на хранение. В этот момент Шмыгаль сверху спускает рояль или пианино по лестнице, чем всех блокирует. Вот. В этот момент входит Зеленский, начинает исполнять какую-нибудь антиядерную оду Китая, угадайте, чем, на рояле. Вот. В этот, как бы, когда уже титры закончились, должна появиться фотография Саламофийского, самого элитного побережья в Италии, Авакова, где он, улыбаясь, рассказывает о том, что завтра наступит рассвет. А я, вы считаю, хороший сценарист, пане Михайло, мы этого не знали. Да вы что, ну куда, ну что это за сельская постановка такая? Я понимаю, что вам нужно Чауса чем-то перебить, я все понимаю. Я понимаю, что этого белоруса тоже нужно чем-то перебить, эту новость, все понимаю. Вы мне объясните, куда делся режиссерский талант? Я не знаю, что этому кварталу перестали писать сценарий или что? Ну, що це за іздівательство на Станіславстві? Забракло натхнення. Пане Михайло, давайте кілька слів скажемо про Чауса. Не будемо зараз переповідати цю історію. Я єдине, на що хотів би звернути нашу увагу, так це на допис колишнього голови Офісу президента України Андрія Богдана. Якщо у нас є цей скрін, він у нас є. Значить, Богдан написав: Микола Олексійович, а пам'ятаєте, як все починалось? Давайте так. Я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу. І тих, і етих. Осінь прийде, обох посадимо. Обох – це кого? Ну так, Зеленський, скажіть, будь ласка, то, що произошло з Зеленським, ви що, не розумієте, що по большому счету президент Молдови, прибуває в Грузії, Так, в Батумі, это же известный факт, да? То есть это есть фотография, есть якобы протокольная, значит, на странице президента Молдовы. Если президент Молдовы сообщает целому нашему Зеленскому о том, что, собственно говоря, он международный террорист, подчеркиваю, он международный террорист, который совершает террористический акт на территории другого государства. Прямым текстом в глаза ему это говорит. Скажите, о чем мы дальше можем говорить? Зеленский что, рукопожат после этого хоть где-нибудь? Вы с террористом будете ручкатись? Тут вон никак с Урдло не могут переговоры провести, бо террористы. Скажите, кто после этого будет Зеленским ручкаться? Ну, начебто Байден, да? Его продолжает чекать 30 серпня в Вашингтоне. Зустріч то має відбутися face-to-face. Серьезно? Ну, после того, как он туда отослал Ермака готовить эту встречу, я думаю, что он с таким же успехом мог бы назначить Медведчука готовить эту Крымскую платформу. Ермака и Кулебу. Ну, какая разница? Ну, отлично. Ну, но если ты отправил Ермака в США готовить твой визит к Байдену, то почему ты не назначил Медведчука главой оргкомитета Крымской платформы? Объясните, почему? Тому що хочуть, щоб Кримська платформа в подальшому проходила під егідою Організації Об'єднаних Націй.
А, денег нет, давайте мы вам это за альпийское нищенство, да, это мы уже проходили, ясно. То есть факт того, что отправили туда Ермака, говорит о том, что, скорее всего, никакого визита не будет. Они отделаются обычным телефонным разговором, у кого-то будет там, ну, в общем, пандемии, там еще что-то, я думаю, что никакого визита не будет. А, пан Михайло, дорогите, а тут я хотел бы уточнить, навіщо тоді їхати Ермаку, Кулебі, Вашингтон, щоб в підсумку візиту не було, і все закінчилося телефонною розмовою? Ну как, ну изображать же кипучую деятельность надо. А, надо. Имитация, окей. Ну так, слушайте, а вы что, отказались бы в Штаты сейчас ездить? Я бы не отказался, я бы еще слетал в Сан-Франциско по морю погулять. Банка ну, у вас не берет с собой. Да, конечно, не берет, жадины. Вот. Но то такое. То есть тут как бы у меня с этим все понятно. Байден сказал просто, без головы Коломойского можешь ко мне не прилетать. Ясно? Ясно. Все. Никакой головы Коломойского он ему не привезет. Соответственно, никакого визита там не будет. А для того, чтобы этого визита не стало, нужно еще раз, ну, нужно сделать так, чтобы США с этим согласилась. Он берет Ермака, по которому есть требования США убрать немедленно, он берет его и высылает в США для того, чтобы тот ему готовил визит. Я даже не знаю, какой пример вам привести, то есть такое езуитство, да. То есть, ну что, в США все такие тупые или что? Все прекрасно понимают. Ну, собственно говоря, скорее всего, это, знаете, такой легкий плевок из серии «Вы мне тут Тихановскую тулили на Крымскую платформу, которая уже, извините, просралась». Вот. Так это в качестве унижения, с которой вы встретились ровно в тот момент времени, когда мне рассказывали, что у вас очень плотный график, так еще и печеньки дали. Вот. А теперь вы меня в США зовете. Ну, так я вам Ермака пришлю вместо себя. Ну, получив фашист гранат. Ну, вот приблизительно так. В общем, ну, не рукопожатий. Не рукопожатий. Пане Михайло, а що ви скажете тоді, якщо візит все ж таки відбудеться, і Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні? Ну, тогда бы я купил ему белое простирадло и, знаете, попкорн уже не буду покупать. То есть, что будет дальше с Зеленским, мне, в принципе, абсолютно ясно. Потому что если он согласится на то, чтобы поехать сейчас, ну, в конце августа, поехать в США, это будет означать, что ему просто выкатят ультиматум, причем очень в унизительной форме. Скорее всего, очень сильно унизят его там и выставят ему даты, когда и как будет. И вот эти, значит, надежды на эти 2,7 миллиарда, которые дает МВФ, это все фигня. Дня на постном масле, поскольку отдать нам нужно в конце сентября 5,7 миллиарда. Почувствуйте разницу. 5,7 минус 2,7. Ну, где они еще 3 миллиарда возьмут? А тут еще со своей стороны Россия нажмет, потому что буквально неделю назад в Женеве продолжились консультации и встречи, очень теплые, между США и Россией по поводу стратегической стабильности. Очень жаль, Зеленский об этом мало рассказывал, равно как про встречу с Анду он тоже ничего не сказал. Вот. Ну и многое другое. Да ему зажали со всех сторон. Ну, на этом все заканчивается. Ну, хорошо, ну, украдешь ты миллиард. Ну, дальше что? Ну, станешь местным там каким-то царьком Сомали. Что еще? Что дальше? Ну, то есть то, что происходило между НАБУ и СБУ, это четко показывает феодализм того, что происходит здесь. Ну, вот. Плюс сегодняшняя новость, причем очень важная. Вы помните, ДБР открыло уголовное дело на судей Верховного суда за то, что те рассмотрели дело по Тупицкому, по Конституционному суду и, естественно, признали, что Зеленский узурпатор. Помните, открыла ДБР? Была такая справа, Державное бюро расследований, да, открывало. Да, все крутили у виска и спрашивали у Зеленского, все ли хорошо у него с мозгами. Да? То есть я уже не говорю о дипломах. Вот. Он пошел дальше. Вот это СБУ, которое, помните, героически прикрывало Чауса и не давало НАБУ его забрать. Так вот, это СБУ открыло теперь дело опять на Верховный суд. Они хотят выяснить, как они там гостайну сохраняют. Я сегодня предложил Зеленскому обратиться к Ляшку. Он раньше был этим главным санитарным врачом. И немедленно поднять всю якобы возрожденную СЭС для того, чтобы проверить пищеблок Верховного суда. Вдруг там котлеты вчерашние продают. Представляете, какая трагедия? И они плохо пищеварят и могут принимать не те решения. То есть Зеленский превращается сейчас в какого-то, знаете, отсталого Януковича с синдромами Порошенко. То есть у него все очень плохо в этом всем деле. Теперь я вас хочу на секундочку вернуть к тому, почему локдауна не придумали в сентябре. Ведь это все плохо, они понимают чуть лучше нас. Теперь касательно товарища Чауса. Давайте так. Я думаю, зрителям будет интересно узнать одну подробность. Все остальное они все равно прочитают в интернете. Да? Значит, одна подробность. На Банковой, куда Чаус, скорее всего, появлялся, скажем так, чтобы я не утверждал, там находится не только Зеленский. Если он появился на Банковой, то это не значит, что он встречался с Зеленским. Там есть еще кое-кто. Я думаю, Google вам поможет узнать, с кем мог бы
из замов главы АП встретится господин Чаус. Все это связано с адвокатской деятельностью. В том числе в то время и бывший глава АП, он же сейчас вольно шатающийся, скажем так, он тоже был адвокатом в том деле. Так вот, он тепер вольно шатающийся, оставшийся зам, до сих пор ще там работает. Так, пане Михайло, бо більше того, якщо вірити словам Гео Лероса і Руслана Рябошапки, Зеленський зустрічався з Чаусом? Ні, скоріше всього, Зеленський не зустрічався, скоріше всього, річ йде іменно об этом замі. Вот. Поэтому все очень просто. Значит, я вам скажу просту вещь, чтобы вы так вкратце понимали. Значит, имеет место частный конфликт. То есть, знаете как, нельзя обижать ребят из 90-х, потому что ребята из 90-х могут и на сэкономленные за эти 30 лет деньги, если даже вы на Мальдивы улетите, устроить потоп и утопить целый остров там. Понимаете? А купить нашего директора СВР, оно чуть-чуть дешевле, чем затопить остров на Мальдивах. Так вот, товарищ, отпустивший себе огромное пузо и мнящий себя большим СВРовцем, получил эти денежки и решил устроить то, что он устроил в Молдове. При этом Зеленскому рассказали чуть другую историю. Ему рассказали о том, что мы сейчас, значит, мы нашли, мы знаем как, мы сейчас, значит, этого Чауса заберем оттуда, и он даст показания на Порошенко. Все будет класс, мы, короче, его утопим. Твоя мечта осуществится. И этот дурачидло начинает звонить Санду и говорит, что мы тут сейчас с нашими спецслужбами будем там. Санду говорит, да вопросов нет, но во взаимодействии с нашими, как это принято в праве, в международном праве договоренностях, вы будете под нашим руководством это делать. Наши, естественно, этого всего не делают. Берут машины в прокат, думают, что они замаскировались, но при этом на машинах стоят GPS-маячки. Эти идиоты, блин, за 3 гривны, значит, устраивают то, что они устроили. Ну, а дальше вы историю знаете. После этого Зеленский, как мальчик, несколько недель прячется от звонков Санду, которая спрашивает, ты понимаешь, что ты мне подорвал президентскую кампанию, я могу вообще прилететь и не стать президентом. Ну, приблизительно вот, чтобы вы понимали уровень этих игрищ детей, которые захватили кабинет директора детского садика. Ну, и все это за очень смешные деньги, скажем так, частных инвесторов, которые хотели бы с Чаусом тоже побеседовать. Вот. В результате этот Чаус появляется, и теперь никакой ценности он никому не представляет, по одной простой причине, что то, как он появился в этой стране, никакой ценности ни НАБУ, ни СБУ, никакой угрозы, собственно говоря, Порошенко, Зеленскому и так далее, он не представляет, кроме того, извините, Порошенко, Зеленскому представляет, потому что есть расследование, законченное расследование Генпрокуратуры Молдовы, где есть заявление генерального прокурора, есть четкая позиция президента Молдовы, из которой проистекает, что Зеленский является, извините, террористом. Точка. И это абсолютно доказанный, естественно, понятный факт. Пане Михайло. Теперь идем, секундочку, я вам закончу, идем дальше. Да, вот то, что очень важно, цимис, да? Помните казус Шепелева? Был такой товарищ Шепелев, не тот, который примкнул там в свое время, там, помните, и примкнувший к ним Шипило был в Советском Союзе. Вот. Был такой товарищ Шепелев. Его очень сильно хотели подоить на деньги и, видимо, все сдоили. Очень сильно побили, пока с ним вели беседы. Вот. А потом его надо куда-то было утилизировать и сдать, так сказать, правоохранительные органы. Но понятно, как же ж теперь после всего этого его сдать. Его выбрасывают на дороге, значит, при этом совершенно случайно в этот же секунду проезжавшая, значит, там свидетели видят его, узнают, говорят, тут человек на дороге, звонят в милицию. Милиция, оказывается, за углом, за соседней елкой уже стояла, немедленно его берет, и вот человек уже легализован на территории Украины. То есть кто, что, непонятно. Ну, вот прям мы проезжали мимо, совершенно случайно нашли этого товарища. Поэтому срочно везем его в изолятор СБУ. Подобная история была с Чаусом, но руки, извините, растут из не плечей. Да? Из рояля, видимо, растут руки. Значит, идея была какая? Спецслужбы должны были его выкинуть, значит, на дороге. Значит, внезапно проезжающие свидетели на этой дороге, на которой 2 года подряд никто не ездил, вдруг случайно обнаруживают некое тело в трусах, которое, значит, находится в прострации, звонят в СБУ, СБУ приезжает, оно за соседней елкой, берет этого товарища, увозит на Киев, ну и дальше все как обычно по сценарию Шепелева. Одна беда. Сбросили Чауса на дороге, стоит он час, стоит два, в трусах. Никого нет, а он в трусах на дороге. Что делать бедному Чаусу? Пошел, значит, на звуки вселенной, то есть, ну, где люди? Люди, люди. И идет, значит, людей ищет. Приходит какой-то ОТГ. Значит, там люди, да, и главный в этой ОТГ прозревает, кого он видит, и понимает, ну, что сейчас будет большой Мазурьевская сельрада, так.
Да, розповідав вже цей голова сільради, зайшов чао в трусах, каже, я чаося, колишній суддя, погодуйте мене. Да-да. Вот. Местный начальник этого ОТГ прозревает от происходящего. Тут же говорит, я не я, хата не моя, звонит этому участковому или кому-то в милицию, типа, заберите его отсюда, в общем, чтобы меня тут не было. Вот. Те, естественно, приезжают, тоже прозревают, забирают его, ну и пытаются аж понять, что с ним делать. То есть они же понимают, что это такое, да? Они начинают тут же выяснять местным СБУшникам, значит, что за фигня происходит. Товарищ тут припер и подставляет. Ну, это что, подстава или что? Вот, товарищи СБУшники, ёпсель, блин, так мы же его 2 часа на этой трассе ищем-то. Как же он туда делся-то? Ну, дальше историю вы знаете, потому что с помощью прослушек и всего остального НАБУ это все дело пасет. НАБУ вечерней кобылой срочно, значит, скачет туда для того, чтобы его немедленно, пока эти идиоты не могут понять, где он находится, значит, выставили его на трассу и не забрали. Пока товарищи выясняют, кто в доме главный, выкинулась НАБУ, значит, вечерней кобылой, чтобы его бегом оттуда забрать под себя. Но СБУ на секунду успела раньше. Ну, повезло, да, повезло. Хотя руки, видите, растут явно не из плечей. Вот. Ну, дальше всю историю вы знаете без меня. Вот, чтобы вы понимали, что такое власть Зеленского и этих, извините, идиотов в кедах, которые захватили кабинет директора. Что они натворили в Молдове? Что они натворили с Пане Михайло, что они натворили со завершуючи штатами? Цю історію з Чаусом, на вашу думку, яким буде фінал цієї всієї історії? Я думаю, финал будет эпичным для Зеленского, потому что это трибунал. Это причем даже не украинский трибунал. Что бы сейчас Чаус не рассказывал. Я же прекрасно понимаю, что Чаус начнет сейчас рассказывать все, что он надо. Помните, был казус с Микитасем? Такой уважаемый товарищ был. Этого товарища Микитася в свое время взяла НАБУ. И взяла очень сильно и за решеточку. Значит, товарищ срочно пошел на угоду со следствием и рассказал НАБУ все, что он хотел. Кто свидетель? Я свидетель. А что случилось? Все, абсолютно все. Вот что НАБУ хотела, то он им рассказал. Значит, все, НАБУ довольная, потерла руки, выпустили его, все, угода. Но не тут-то было. Берет товарища тут же СБУ и садит к себе. О, снова здравствуйте в нашем магазине. Скажите, а вам что нужно? Я свидетель, да. Что нужно? Что случилось? СБУ, значит, раз, сдует все, что надо им с этого товарища. Все, в результате товарищ слил и тех, и других, и вышел на свободу, откупившись от всех. Ну, чуть-чуть полинял, да, бедный стал. Ну, не совсем бедный, я думаю, на Мальдивы хватит. Нечто подобное происходит с Чаусом, только на Мальдивы ему уже точно не хватит. Толку с этого никакого. Единственное, что может быть дальше, это может быть то, что и Молдова, и США, и Британия знают, что произошло здесь, ровно как знает это Россия. И это будет использовано против Зеленского как организатора международного терроризма. Вот что может быть. И это не зависит от того, что скажет или не скажет Чаус. Ну що ж, пане Михайло, я пропоную поки що поставити 3 крапки в нашій розмові. Дякую вам за неї. Михайло Чаплига, політичний експерт. Скайпом сьогодні спілкувалися. Я дуже дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей на Політека.